И снова здравствуйте, ZBrush 2019. Вот такая получилась у меня модель. Переделал я все-таки мафиоз, заменил мужика, заменил типаж, поставил женщину в другую позу, чуть ближе мафиозы. Вот так все это дело выглядит. Если кому-то эта модель вдруг приглянется, через почту я вам бесплатно все это дело отдам. Просто компьютер у меня уже перегружен. Девать некуда, удалять жалко. И, короче, вот такая беда у меня. Это в прошлых роликах я уже говорил. Уже половина моделей поудалил. Жалко, конечно, но девать их некуда. Так. Ну, давайте к нашим пирогам и опять к крокодилам. Этот ролик последуешь, так что, возможно, сегодня посмотрите его следом. Вот такая вот болванка получилась. Ее можно теперь сохранить. И с этой болванкой можно теперь работать, что-то переделывать, что-то добавлять. В принципе, у нее большое будущее. С ней можно работать. Так, давайте сейчас сделаем вот так вот. Объединим тело с глазами. Merge down. Окей. И вот давайте теперь поприкалываемся просто. Это уже по прошлым видео, по прошлым роликам. Так что, в принципе, ничего тут нового не будет. Постановка в позу. Маскируем Ctrl левая кнопка мыши. Нажимаем на маску, размываем ее. Ну и что сделаем? Давайте мов. И вот так все это дело перекрутим. И вот так вот все это дело подставим. Так. Можно даже еще немножко. Вот так вот. Так, теперь маскируем хвост. Как в мультфильме. Ноги, ноги, главное хвост. Так, и вот так все это дело теперь можно перекрутить. Получается вот такая вот штукенция. Ctrl-Z. Размоем еще маску посильнее. Поставим ротацию. И от ротации уже давайте будем плясать. Вот так ее делаем. И вот так вот загибаем. Теперь получается опять маскируем где-то вот тут. Опять же не забываем размывать маску. Так, что-то у меня. Ctrl левая кнопка мыши и жмем на маску. Теперь ротация и вот так вот поднимаем. Ну и немножко вот так можно замаскировать. Опять же маску размываем и опять же ротацией все это дело подгибаем. Вот так вот неказисто все получилось, но это не беда. Вот так, сейчас мы это все поправим. Включаем Move Topology. С крокодилом. Так, смотрим, X английская включена, вот симметрия включена. И вот так все это дело. Не бойтесь, там где-то что-то поломается, где-то что-то вытянется, потом долепится, это уже не проблема. Так, этот позвонок чуть уберем, чуть живот вытянем. Пусть брюхо у него будет побольше. Вот так вот. И вот эту штукенцию типа хвост чуть-чуть отбираем, все это выглаживаем. Вот такая вот получилась болванка, заготовочка. Живот еще немножко вытягиваем. Вот так, здесь вот Shift, левая кнопка мыши размываем. Draw Size ставим побольше и вот так все здесь
можно гнуть, выворачивать. Вот так здесь подминать, шифтом выглаживать. Потом это все дело пролепим. Где-то что-то вот так вот вытянем. Где-то ломается, опять же, не бойтесь. Все это мелочи. Все это можно дальномышем склеить. Так, ну что, здесь еще можно под мышками вот так вот притянуть. Здесь можно еще живот чуть опустить. Вот так вот. Ну и чтоб лапы не ломались, дюжить. Вот так преобразить задний фон. Вот так вот. Так, следом маскируем вот так вот лапы. Так, чтобы не было казуса, смотрите со всех сторон. Если где-то казус появился, лучше его вовремя заметить. Ctrl-Alt очищаем. В принципе, пойдет Ctrl, левая кнопка мыши, размываем маску, сделаем Ctrl-I. Ну и давайте немножко ротации поработаем. Вот так. Вывернем и с помощью мов все это дело вот так вот подгоним. Ну, в принципе, пойдет. Здесь долепим, подтянем, здесь выгладим. Вот такая штука. Лучше, конечно, сразу ставить в позу перед тем, как вы будете, ну, допустим, уже проделывать какие-то детали, потому что, проделав детали, потратив время, и потом начнется, все равно по-любому начнется какая-то ломота, и придется детали переделать. Так что уже ставьте сразу в позу модель. Так, Ctrl-Z. Ротация, прокламация, деградация. Так, лапы где-то вот так, с помощью мов. Низко их не надо поднимать. Так, вот здесь уже зацепилось где-то. Ctrl-Z, Ctrl-Z. X можно отключить. Так, Ctrl-Z. Вот где-то тут что-то зацепилось. Вот именно в этом моменте. Ctrl-Alt. И цепляет уже живот. Нехорошо, но не катастрофично. Так, попробуем это дело больше замаскировать. А поставить draft size, и можно подлезть, все-таки попробовать его. Очистить. Вот, все очищено. Давайте попробуем теперь гизму. Так, что где тянет. Палец все равно тянет. Ну и черт, как говорится, с ним. Все это не беда, все это разочарование. Так, раз. Ноги можно потом переделать. Это будет не так сложно. Так, снимаем маску, делаем Geometry Modify Topology Mirror and Well. Ну и теперь немножко шифтом все это дело выгладим. И куда все делать. Все нормальное. Это уже так. Это уже поправлено. Вот так вот. Вот уже крокодил в позе. В принципе, прикольно. Остается только доделать детали и так далее.
Ну, так как у нас крокодил будет более-менее баловство, только для примера вытягиваем, выравниваем. Где-то что-то спина, где-то рука. Где-то подобрать можно побольше грудь. Вот получается вот такой у нас персонаж. Лапы не беда, это можно в процессе заменить. Так что акцент на позу, на тело. Делаем теперь вот так вот дубликат на всякий случай. Переключаемся на первый сабтул и делаем геометрию всему этому. Dynamesh. Смотрим на сетку. Сетка склеилась все четко. Лапы Ctrl-Shift отбиты. Так что проблем с их доработкой не должно произойти. Вот такая вот модель. Так, ну захотели, допустим, открыть пасть крокодилу, да? Как с этим разобраться? Ctrl, левая кнопка мыши. Аккуратно, это я вам себе делаю всегда. Так пойдет. И Ctrl-Alt, если где-то вы залезли не там, то можно вот так вот все это дело немножко почистить. Вот намечено, вот накрашено. Так, draw size поменьше. И опять же, аккуратно вот эту границу проходим. Вот так вот. Смотрим, что да как. Назначаем всему этому Ctrl-W. Делим на поле группы. И вот теперь можно с этим делом будет работать. Так. Ctrl-W еще лапам надо сделать. Пусть будут. Ну и давайте все это дело отделим теперь. Заходим теперь в саптулы. И нажимаем Split, Group, Split. Окей. Отделяем наши сабтулы. У нас получается отдельно лапы, отдельно голова. Голова вот она. На нее переключаемся. И теперь можно с помощью ротации делать с ней что угодно. Вот так вот. Вот таким вот образом. Но она внутри, вот вы видите, что пустая. Нету, надо ее закрыть. Закрываем геометрии. Так, Modify Topology, Close Holes. Закрыли. Ctrl-W. Одну полигруппу назначаем. Иначе получается, что так, Ctrl-Z. Вы видите, что когда вы закрываете, у вас одна полигруппа тут, одна здесь. И надо это дело все Ctrl-W, одна полигруппа. Так, не знаю, видно вам, нет. Посветлее экран сделаем. И вот теперь можно сделать Dynamesh. Вот все, теперь стала одна полигруппа, ее можно работать, все склеилось. И то же самое можно повторить теперь именно так с телом. Потому что мы тут еще вот вытягивали, когда вы вытягиваете, у вас ломается сетка. Вот вы видите, какая она стала. И надо теперь все это дело восстановить. Первым делом закроем пасть.
Так, а что это? Так, вот. Теперь закроем, давайте, пасть. Опять же, геометрии. Close holes. Вот, пасть закрылась. Теперь назначаем Ctrl-W, одну полигруппу. Все становится одним цветом. И вот теперь делаем всему этому Dynamesh. Ctrl, левая кнопка мыши. Вот и тут все это дело подправлено. Все это можно теперь выглаживать. С этим можно теперь работать. Вот такая штука получилась. Так, что еще можно сделать? Выгладить вот так вот дело. Shift равняем, гладим, выравниваем. Хвост выглаживаем, чтобы он был без косяков. Опять же, можно пройти и тут все шифтом выгладить, чтобы потом уже можно было лепить. Так, ну это не проблема. Тут уже лапы идут. Все, теперь что можно с этой моделью делать? Все косяки вот так вот находим, закрываем, выглаживаем. И берем любую кисточку, какая вам по нраву. Clay Buildup на двоечку. Draw Size сами регулируйте, сколько вам нужно. И можно здесь уже вот так вот нарабатывать массу. Мышцы, где-то Alt, левая кнопка мыши, зажатый Alt вот так вот вдавливает. Все это опять же выглаживаете, придаете внешний вид. Ну и опять же вот эти вот части мышцы где-то что-то докидываете. Опять же, если кто-то не знает, где какая мышца, а это очень для вас принципиально, то референсы. Сейчас в интернете есть все. Все, что только угодно. Так, ну вот такая штука получилась. Так, верхние части можно сделать теперь. Чуть-чуть ее надуть инфлатеном. Деформация. Сделать инфлат. Вот так вот. Ну и сделать еще раз Dynamesh. Так, здесь все это дело выглаживаем, чтобы не было никаких косяков. Вот так вот. И с помощью гизмо все это дело подгоняем. С помощью кисточки Move Topology все это дело натягиваем туда, куда нам надо. Вот так это дело будет установлено. У крокодила, кстати, нижняя челюсть вообще не движется. Так, ну и как вот быть, допустим, с теми частями, которые были закрыты, да? Так, а это кто? Дубляж. И получается, вот она у нас, эта часть, а голову отключаем. И вот можно теперь брать Shift, левая кнопка мыши, все тут выгладить. Смотрим сетку. Вот, вы видите, прикольно все. Теперь находим Clay Buildup, Alt, симметрия, размер, Drop Size. Ну и немножко надо все дело здесь как бы углубить. Опять же, все аккуратненько надо делать, не как я. Если аккуратно, то ролики будут бесконечные. Так, все это дело вот так вот заделываем. Ну и шифтом можно где-то подровнять. Вот уже какая-никакая, а углубленность, которая нам пригодится. Так, ну разберемся давайте теперь что? С зубами. Вот. Если вам эта модель просто для прикола так поработать, то зубы можно
вытягивать вот так вот, Ctrl, рисуете маску, делаете Ctrl-I, вот так, и с помощью MOV вот так вот можно поднимать. И шифтом выглаживать, и уже здесь с помощью Move Topology корректировать, где-то вот так приподнять, где-то вывести. Потом после Dynamesh можно будет по ним пролепить, тоже не проблема. Ну вот получается вот так, допустим, зуб, шифтом его. Неплохой зуб. Но сетка у него становится ломаная. Можно это дело поставить кисточку Clay Buildup или стандарт и включить Sculptris Pro. И шифтом вот так все это дело выгладить. Сетка становится плотной. Вот такая штука. Отдельные детали где-то вот так вот можно делать. Потом Dynamesh это все выровняет, конечно, все подкорректирует, сделает сетку однообразной, или ZRMesh сделает сетку однообразной. Ну, принцип вот такой. Это вот первый зуб. Так, Sculptris Pro отключаем. Теперь как можно еще быстренько наделать зубов. Кисточка Curve Tube. Вот так вы ее рисуете. Получается вот такая штука. Вот эта курва, на ней вы можете нажать на Mesh, на модель. В любом месте, и уже с помощью, допустим, этот мов, вот так вот уже их тут корректировать, где-то подставлять, вот так вот. Ну и опять же можно их выглаживать, где-то вытягивать, где-то выглаживать, получаются тоже неплохие зубы. Ну, можно еще, вот как в прошлых роликах я вам показывал, делаете вот, допустим, большой зуб, заходите в строк, так, вот это вот функция окошка, и вот можно нажимать ее, корректировать. Если вы поставите это окошко вот сюда, а это вот так, это ФВ можете просто переключать. И вот так вот нажимаете. Вот у вас получаются уже, ну, клыки прям охеренные для быка, для барана. Все это дело можно уменьшить. Можно подставить, подкрутить. Так, вот так все это дело устанавливается. А вот это вот маленькая, ну как, середина гизму может его уменьшать. Как вариант тоже для зубов, вот такая вот штука, два варианта. Есть вариант еще полностью самому сделать с любого примитива, но это я уже показывать вам не буду. Надеюсь, вы сами тут разберетесь. По прошлым роликам вот можно взять Ring 3D. Ладно, покажу. И зайти, допустим, Initialize, Inflat. Так, отдельно заходим, открываем Ring 3D и заходим вот Initialize. И вот здесь вот настроечками можно все это дело проработать. Сделать зуб, допустим, потолще, зуб сделать так поменьше, и вот так его заделать, и вот так его загнуть. Вот у вас уже получается клык неплохой.
Делаете вы этому всему make poly mesh и заходите. Так, где тут наш модель? И заходим уже, где наша модель. Ring 3D можно тут уже удалить. Delete, OK. И заходим теперь в Wapent. И Wapent, вот он наш уже клык. Так, на него переключаемся. И вот находим его где-то вот тут. Вот так перекручиваем и вот так его устанавливаем. Вот так вот. Где-то выкручиваем, где-то подгоняем. Вот так вот. Тоже неплохой клык получается, качественный, хороший, острый. Так, ну что еще можно разобрать в этом ролике? В принципе, по зубам. По зубам разобрались. По позе тоже получается прикольный вот такой гражданин. Вот так вот. А, давайте еще по чешуе пройдемся. Ну, в принципе, чешуя это сложный такой вариант. Так, снимаем маску. И получается, когда вы уже доделали вот этого гражданина, вам нужно сделать, допустим, текстуру. Текстура может делаться вот так. Так, это X включаем. И вот так можно всего его прорисовывать. У меня мышка очень тоже неудобно вот такие вещи делать. То рука дернется, то криво как-то что-то где-то пошло. Ну, в принципе, вот как вариант, опять же, объясню вам. Вот так вы рисуете. Где-то текстуры можно найти в интернете, чтобы вы их видели. Ну вот такое что-то получается. Жмете Ctrl-I. И вот так все это дело. Morph Topology. Можно вытягивать. Вот так. Раз. Все, снимаем маску. И теперь Shift-ом. Shift, левая кнопка мыши, ну, что-то вот в таком духе можно проделать, типа, шкуру. Так, теперь Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Есть еще один вариант, это уже кисть стандарт, уже по прошлым роликам Dragged. Альфа, и надо подгрузить просто альфу, которую можно скачать опять же в интернете. Вот находите приблизительно какую-нибудь альфу шкуры крокодила, ставим интенсивность чуть поменьше и вот так вот где-то что-то накидываем. Вот так, когда накидали, опять же можно работать как Ctrl-Z, Ctrl-Z вдавливанием. Это, допустим, Alt. Вот так, смотря какая альфа. Альфу можно в фотошопе также переделать. Ну и в принципе получается вот такая незатейливая шкура, которую при выглаживании на маленькой интенсивности вот преобразуется вот в такие вот детали, которые можно потом пролепить, доделать. Вот уже крокодил получает у нас
шкуру. Так, с хвостом. Ну, хвост то же самое. Можно сделать лепесток какой-то, допустим. Так, draft size поменьше. Покажу опять же по-быстренькому. Не знаю, сколько ролик уже длится. Делаем поменьше. Graph Size и Alt. Вот так что-то рисуем. Таким вот образом. Делаем Ctrl-I. Ставим вот так. Теперь Move. Вытягиваем все это дело вот так и немножко наклоняем. Где-то можно еще прокрутить. Вот так вот. И теперь шифтом. Просто это можно чуть-чуть выгладить. И используем Move Topology. Но это опять же быстрый вариант. Качество, конечно, тут будет не от вас зависеть. И вот так все это немножко попрыгнуть. Вот так вот. Опять же, с разных ракурсов все это дело смотрим. Вот так вот, как-то вот таким вот образом чешуйки пригибаем. Ну, в принципе, вот по такому персонажу где-то вот такая штука. Все, всем пока, до свидания. Как доделывать, вы уже поняли. Это уже по прошлым роликам, как обзорная, так сказать, к теме о крокодилах.